Здравствуйте. О чем здесь ищете общение? Я общаюсь с россиянами на важные темы. Ой, давайте пообщаемся. О том, что происходит сегодня. Давайте. Да, какая тема вас беспокоит о том, что происходит сегодня? Я из Москвы. Вы из Москвы, да? Но написано, что вы сейчас находитесь не в Москве, да? Ну, слушайте, да, работает VPN, на заборе тоже написано «стройка». Угу. А где в Москве вы находитесь? Ну, город Москва. Ну, какой район Москвы? Вам метро сказать и адрес? Нет, адрес не нужно. Что вас интересует? Какая часть Москвы? Северо-восточная. Понятно. Если быть точным. Понятно. А давно в Швейцарии находитесь? Я же вам говорю, VPN работает. Вы меня не слышите? Что-то не похоже, что это у вас VPN. Я не думаю, что вы находитесь в Москве, потому что у меня стоит программа, которая VPN этот расшифровывает. А у меня стоит программа, которая вашу программу расшифровывает и расшифровывает. А, я понял. Ну хорошо, давайте. Ну, GPT-чат есть. Хорошо, давайте пообщаемся. Да. GPT-чат есть? Давайте. Вы через GPT-чат расшифровываете мою программу? Через GPT-чат. Ну, вам, вот смотрите, вам какая разница? Я вам сказал, ну, как бы, у меня нет смысла вас обманывать. Я понял. Я вам сказал, что у меня работает VPN, я нахожусь в Москве. Дело в том, что я в рулетке общаюсь уже довольно долго. Угу. И очень часто... Ну, то есть да, и очень часто здесь врут просто без причины. Вот я иногда задаю вопрос, зачем врете? Они сами не понимают, зачем. Задайте мне вопрос, на который я не смогу вам соврать. Ну, давайте поговорим с вами о том, что происходит сейчас. Какое давайте, ваше... да, какое... Путин. Да, да, давайте, вот Путин предатель российского общества. Путин это предатель. Предатель. Понятно. Ну, а да. Как так получилось, что его, этого предателя поддерживает население России? Из каких источников вы берете то, что его поддерживает население России? Ну, я не вижу людей на улице. Из этих источников и получается. Это практически... Народ это выходит практически на улице. Это тоталитарное государство. Нет, это все понятно. Но даже в тоталитарном... Для этого есть ОМОН, для этого есть Национальная гвардия. Для этого, ну, как бы вы не понимаете, в чем причина. Нет, я понимаю. Но дело в том, что в Иране, например, да, там еще больше вертикаль власти построена. И тем не менее убили девушку за неправильное ношение хиджаба. И вышло полстраны на улицы, несмотря на то, что там тоже тоталитарная страна. А почему в России так не получается? Поэтому я сказал вам, что народ и население это смотрите, очень разные вы понятия. Вы видели вообще как бы площадь Ирана и площадь России? Это и что это дает площадь? То есть вы будете территорией оправдывать, население, оправдывать количество. То, что вы не хотите выходить нет, на улицы? Нет, почему? А что? У нас в 2020 году было тоже как бы мы выходили против Путина. Как бы или выходили? Когда говорили, все заходим в автозаки, никто не сопротивляемся, действуем все по закону, это вот так выходили? Или бумажный стаканчик бросить и получить 7 лет тюрьмы? Нет, ну смотрите, что мы могли, мы делали. Мы выходили. Спустя 3 года, даже давайте не взять 3 года, спустя 2 года, когда Путин решил вот это вот уничтожить вообще российское население в этой вот бессмысленной войне в Украине, кто где, ну, кто где. То есть вы оправдываете, в принципе, население России и говорите о том, что ничего нельзя изменить, ничего нельзя сделать, потому что в России диктатура. Я оправдываю. Но вы так говорите, что люди выходили, ничего не могут сделать, диктатура, территория России большая, поэтому ничего не так получается. Так я об этом же и говорю, что люди выходили недостаточно. Где выходили? В Москве на Манежной площади. В Хабаровске вы выходили тоже. А где остальные города-миллионники? Где остальные области? Понимаете? Вот сейчас у вас... Это, ну... У нас сейчас Россия живет. Каждый вот... Как это? Есть такая вот хорошая пословица украинская.
Моя хата с краю, ничего не знаю. Вы из Украины? Москва, город. Но у вас речь не похожа на человека, который жил или живет в Москве. Вы гэкаете, а не говорите гэ. Я должен чокать, шокать? Не, ну просто есть отличительные какие-то, знаете, когда общаешься с москвичом, то ты сразу, в принципе, слышишь это. Я не коренной москвич. А вы из каких мест, если не коренной? Я родился в Москве. Вы родились в Москве, при этом вы не коренной москвич. Ну да, но чтобы быть коренным, надо быть каким? Мама, папа, бабушка, дедушка, прабабушка, прадедушка. Нет, но дело в том, что если вы родились в Москве, как вы сказали, то у вас бы сейчас речь была другая. Вы по-другому бы говорили бы. В чем это выражается? Вот объясните мне, пожалуйста. Это выражается в тех словах, как вы их произносите. Вы не москвич. Человек, который живет в Москве или прожил много лет в Москве, его речь другая. Угу. Я не прожил много лет в Москве. Так вы сказали, что вы родились в Москве. То есть вы родились в Москве, потом вы уехали куда-то, да, прожили в Украине какое-то время или в Белгороде, да, где-то там? Нет, я как бы об этом вообще ничего не говорил. Ну, я вам говорю. Я жил в Америке, во Франции, в Швейцарии. А где в Америке вы жили? И сколько лет вы уже прожили в Америке? Это что, допрос? Нет, я вас спрашиваю. Вы говорите, вы жили в Америке, мне просто интересно, где вы жили в Америке? Ну, как бы, я же говорю, это допрос? Вы прокурор? Нет, это не допрос, я просто вас спрашиваю. Почему мы заострили внимание на мне? Не заострили мы внимание. Просто мне почему-то кажется, что вы лукавите в разговоре со мной. Вот пойдите в храм российской армии и там перекреститесь. И вам Шойгу отпустит все ваши грехи. А зачем мне идти в российский штаб, если я не из России? Если вам кажется, то и нужно что? Креститься. Кто сказал это, что нужно креститься, если кажется? Ну, как бы такая русская есть пословица. Когда кажется, креститься надо. Но я не живу в России, поэтому я не могу к себе эти пословицы применять. Я вас поздравляю с этим. И что? Или все жители на всей планете Земля должны следовать законам московского патриархата или как? Ну, я же не знаю. Так же ж великий Путин говорит. Ну, вот я, допустим, как бы его словам не подчиняюсь. Я не раб. Так а чего ж вы тогда? То, что он говорит, это... Чтобы я подчинялся? Нет, я как бы... Нет, подождите, для чего? Где, когда я вам сказал такое? Что мне нужно креститься? Я с вами нормально. Я с вами... То, что вам... Ну, вы же сказали... Вот мне кажется, а я вам ответил, креститься надо. Так Путин говорит, и вот в штаб вы сказали, нужно слушать, там где Шойгу. Ну, так это, подождите, это вы тянете на себя одеяло. Я как бы к вам отношусь нормально. Я ж не сказал, что вы... Да, я ж не хочу переходить на личности, на... Нет, я вам скажу так, смотрите, я к вам отношусь абсолютно нормально, и я понимаю, что вы не за Россию, вы против Путина, просто я отношусь к людям, которые пытаются оправдать Россию, вот как вы сказали, что потому что территория больше, поэтому там не выходит, да. Потому что Путин, люди... Путин, кто Россия, педагог? В чем мои слова должны оправдать Россию? Нет, я же не про это говорю, я же говорю, здесь я вас поддерживаю, здесь я с вами соглашаюсь, но когда вы говорите, что они так, не выходят, потому нет, что... Нет, смотрите, так а в чем вы думаете, что я вас как бы пытаюсь обмануть? Давайте я буду откровенен, в чем я вас пытаюсь наебать? Нет, я думаю, что вы изначально подумали, что я из России, и вы начали выстраивать беседу со мной в привычном для вас... Вот я же вам и говорю... Да, ну, вам кажется, что мне кажется, что вот. Я же говорю, когда кажется, креститься надо. Ну, в чем хорошо. Я не прав? Ну, давайте я вам скажу, в чем вы не правы. Вы не правы в том, что в России ничего не получается, потому что там территория большая. Вы не правы, я не согласен с этим. Что не зависит это от территории. Нет, абсолютно не зависит. А до этого вы мне сказали, это что... Это зависит от состояния, душевного состояния народа, этноса. Не только душевного состояния. Это зависит от того, что этот народ внутри себя вкладывает и вкладывал. Стержень культивирует, есть ли, да. Стержень есть ли у народа. На чем он основан? Скажите мне, пожалуйста, вот в этой Российской Федерации, я вас прекрасно понял и услышал. Скажите мне, пожалуйста, где вот в этой Российской Федерации есть субъектность?
прусского. Вот есть Туркменская республика, есть Казахская республика, есть Казахстанская республика. Каких только республик не существует. Казахстан – это отдельная страна. Вы имеете в виду Бурятия, Чечня и так далее, Дагестан, да? Якутия. Я имею в виду, где вот в этой всей массе субъектность русской нации, этноса. Нету ее, поэтому именно они и пытаются центр взять у Киева. Может быть, дело не в том, что там Киев, там это самое. Просто этнос еще не сформировался, и у него нет понимания, что такое этнос. И вот они почему-то там оттуда... А вот если мы вот этнос, когда мы нас много, когда мы все там в одной куче, говна, скажем так, ну, простите меня за выражение. Когда вот, когда мы все в большой куче говна, мы русские. А что такое русские? Где у вас есть... Вот смотрите, Украина, есть украинцы, есть этнос украинцы. Татары, есть татар, Татарстан, есть татары этнос. Ну, вы же понимаете, да, о чем я говорю? А где вот эта вот русскость? Русская республика. Где вы имеете она? В виду, что нет региона, скажем, есть Татарстан, есть Чечня, есть, скажем, Якутия, Бурятия и так далее. А нету именно русской республики, в которой можно было сказать, что вот эта республика так является для русских. Так даже не республики. Или регион. Этноса русск, этноса русский. Что такое русский? Ну, кто такой русский? Ну, как это вообще, ну, вот, ну, в каких пределах он организуется? Как страна, не государство, я уже не говорю о государстве. Как страна, как этнос, в каких, ну, вот, в каких границах его можно считать, что это русский? Ну, то смотрите, есть, вот, это можно, сказал, можно говорить только... Путин сказал, Россия не заканчивается нигде. Ну, это ж, блядь, это ж понос. Ну, вы понимаете? Вы как бы... Нет, я понимаю, что вы хотите сказать. Ну, да. Я слышал такое не раз. Так это ж... Подождите, смотрите. Это ж не то, что я там что-то придумал. Это его есть официальный ответ мальчику. Он там в интервью, он там, мальчик говорит, где заканчиваются границы России, мальчик говорит там туда-туда, он говорит, что границы России не заканчиваются нигде, но это понос на вентилятор. Ну да, он хотел остроумничать Путин, но у него не получилось, как всегда. Кто Путин остроумничать? Ну, как бы это уже... Нет, я как бы вас поддерживаю, да, он хотел только не остроумничать, а сослоумничать. Нет, он хотел состроумничать, а у него получилось, что он сослоумничал. Вот так правильнее будет сказать. Ну да, так а разве это непонятно? Ну, человек вас ведет. Ну, я не беру вас. Я понял, что вы как бы за непутинскую Россию. Я правильно понял? Конечно. Сегодня любой здравомыслящий человек не может быть за путинскую Россию. Потому что за путинская Россия. Потому что, вот это... смотрите, у вас, у нас, у вас, я очень уважаю этого человека, Юрий Шевчук. Вы знаете такого? Да, знаю. Музыкант. Лидер группы ДДТ. Да. Я его очень, я вырос на его песнях. Как бы я, да, я не отрицаю, я рожден в Советском Союзе. У меня много вот, ну, вот, во мне борется. До сих пор я слушаю там, ну, всякие там Земфиру, Би-2, я много слушаю российскоязычных групп. И я очень много общаюсь на русском языке. Но вот он выразил очень сильную мысль, что Родина – это не жопа президента. И не надо ее отождествлять вот с вот этим вот. Вот Путин – это Россия. Да Путин – это предатель России. И если бы не Путин, возможно, мы бы стали на нашем континенте наисильнейшим, ну, там, СНГ, ШМСНГ, ну, как бы вы меня понимаете. Да. Хорошо, если есть вопросы какие-то, отвечу. Нет, побегу дальше.
Потому что я уже понял, нет, в принципе. Всего. Хорошо, до свидания. Слава Украине. Героям слава. Ну вот так, он находится в Швейцарии. Может быть, когда-то он жил в России. Скорее всего, ближе там к Белгороду или где-то там. Тем не менее, хочу сказать, что территория не может служить оправданием в том, что почему народ не может самоорганизоваться. Как-то так. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Я вам, как всегда, всем желаю добра, любви, счастья, благополучия, понимания, скорейшей победы и мира. И мы с вами скоро увидимся. Пока!